Всем привет! Продолжаем посещать выставки, смотреть на работы авторов. Музей Эрарта представляет первую в России выставку известного американского художника Мэтью Бранта. Я зачитываю анонс к этой выставке. Автор, интегрирующий в произведение необычные предметы, будь то озерная вода или строительный мусор, крупноформатные изображения деревьев, созданные с использованием серебра. Творчество Мэтью Бранта сложно отнести к какому-либо определенному направлению, изобретательно соединяя фотографию, скульптуру, ксилографию и металлоконструкции. Он создает ни на что не похожее произведение. Творческий метод художника строится на интеграции в работы необычных элементов. Так, при создании серии озер и водохранилища Брант использовал воду из водоемов, которая упоминается в названии. Работая в 2012 году над серией «Пчелы», художник наклеивал на бумагу мертвых насекомых, а его цикл «Ночное небо» объединяет бархатные фотофоны, припорошенные кокаином. Большая часть работ, представленных на выставке в Эрарте, относится к серии «Серебро». В нее вошли крупноформатные изображения деревьев, выполненные с использованием серебра и других металлов. Исключительность выставочного проекта состоит в том, что экспонаты для него были созданы художником специально для музея, и впоследствии они войдут в постоянную коллекцию Эрарта. Он специально отправился в леса в окрестности Петербурга, чтобы запечатлеть растения, характерные именно для этого региона, и пропустив собственные ощущения через призму творческого воображения, воссоздать атмосферу настоящей лесной прогулки. Куратор выставки Даша Вас. Мэтью Брант родился в Калифорнии, Америка. Получил мастерскую степень в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В настоящее время живет и работает в Лос-Анджелесе. Его работы представлены в коллекциях музея Метрополитен, в собраниях Королевской библиотеки Дании, Национальный музей фотографии Копенгагена и музей искусств города Коламбуса, штат Огайо, США. Вошел в число 7 художников, участвовавших в организационном центре Getty выставка «Цвет, бумага, фотопроцесс». Ну вот так вкратце немножко о выставке «Таинственный лес», автор Мэтью Брант. Эрарт. Пока-пока, до свидания.